Законодательное собрание Омской области провело первое заседание в новом составе. Его посвятили организационным вопросам. Председателем регионального парламента 6-го созыва вновь избран единорос Владимир Варнавский. Он оказался единственной кандидатурой на этот пост. За него проголосовали 36 депутатов из 44. Его заместителем избран лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов. Не представлена оппозиция в списке глав комитетов. Главным по вопросам законодательства вновь избран Сергей Калинин. Социальная политика осталась за Вадимом Бережным. Аграрной политикой и природными ресурсами продолжит заведовать Анатолий Беззубцев, экономической политикой Дмитрий Шишкин. Три комитета сменили глав. Сергей Жириков займется финансами, образованием Владимир Половинко, вопросами собственности Степан Банковский. Новым сенатором от Омской области в Совете Федерации стал Сергей Попов. Он сменил на этом посту Андрея Галушко, который перешел в Госдуму. У нас много возможностей для участия в различных федеральных программах. Соответственно, мы в региональном бюджете должны предусматривать определенные средства для участия в таких проектах. Я думаю, мы за счет этого можем получать реальные прибавки 2, 3, 4 миллиарда дополнительных средств федерального бюджета в год. И мы должны над этим работать.